В День молодежи в Центральном парке культуры и отдыха раздадутся выстрелы. Выстрелы из пейнтбольных маркеров. Здесь состоится городской турнир по прикладному пейнтболу. Поле битвы уже готово. Под мостом в парке оборудована специальная площадка. Все, что нужно для участия в турнире – собрать команду из 4 человек и прийти в спортивной одежде и обуви. Свой отряд надо обязательно зарегистрировать. Вообще у нас будет регистрация команд в 11 часов дня, то есть в воскресенье, также 26 июня, а турнир уже начнется в 12 часов дня. Так что вполне можно просто подойти в 11 и зарегистрировать свою команду. Также зарегистрироваться можно по телефонам 39 49 42 или 53 86 09. 15 команд уже так и сделали. И пока еще есть возможность последовать их примеру. А для желающих понаблюдать за турниром и поболеть за своих, напоминаем, начало битвы ровно в полдень. Рев моторов, крутые повороты и заносы – все это можно будет услышать и увидеть 26 июня на площади Ленина. В 16 часов здесь стартуют соревнования по фигурному вождению автомобиля. Чтобы принять участие, необходимо подойти на регистрацию на площадь Ленина в 15:00. Участие в соревнованиях абсолютно бесплатное. Кроме этого, гостей праздника ждет выставка ретро-автомобилей. Ксения Тризна, Сергей Путинцев, телерадио, компания «Заречный».